Привет всем подписчикам, зрителям канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем павильоны 2,5М, две штуки. Приехали, разгрузились. С грядками. Вот здесь вот. Все по ходу. Вот, уже собрали каркасы. На одной теплице даже стенки обшили уже. Одну форточку поставили. Брус скрутили, торцы обшили. Все, продолжаем дальше. Красота. Продолжается. Поставили обрамление. Отливы. Стены прокрутили полностью. На каждой теплице по стеновой форточке. Обшили двери двухстворчатые. Ваня весело чистит грядки. Проходит монтаж двух теплиц. Павильон 2,5 на 4. В данный момент крутятся облицовочные уголки и двери двухстворчатые. В дальнейшем будет покрываться крыша и собираться грядки. У нас панели с грядкой. Промуги также будут ставиться на автоматах. Закончили покрывать крышу. Также поставили промуги. Сейчас будем на фрукты ставить автоматы. Также форточки торцевые и стеновые. С газлифтами уже. Осталось собрать грядки. Грядки уже почищены. И натянуть 7 подвязки для растений. Закончили монтаж павильонов. Вот два павильона друг напротив друга, как близнецы. Все абсолютно одинаково. В обоих павильонах установлены стеновые форточки на газлифтах. Пробуги пеньковые на термоприводах и у обоих двухстворчатые двери. Ну, в двух словах, сваренной конструкции с профильной оцинкованной трубы. Ноги 40 на 40. Арки 20 на 40 и 20 на 20. В торцах также 20 на 20 и 20 на 40. Уплотнительная резинка. Обрамление в виде уголка под цвет каркаса. В теплице установлена система подвязки. 4 нитки на стеновых и торцевой форточке. Ну и также на коньковой формуге. Нет, на коньковой формуге термопривода с автоматическим проветриванием, а на стеновой и торцевой форточках газ-лифты. Закрылась. Пушка открылась. Ну и аналогично. Также собрали грядки. Одна на 600, другая на 800. Шириной по длине все теплицы 4 метра. Также укосин для большей жесткости конструкции. Все, и колышки в землю по углам. Все качественно, четко и надежно. Поликарбонат 4 мм 0,75 плотности. Везде все торцы защищены перфолентой и профилем торцевым. Все. Ну и все аналогично здесь. Две теплицы абсолютно одинаковые. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!